Друзья, в нашей студии тоже чемпионы, суперчемпионы, гости Диана и Георгий. Заходите, ребята. Не селчи. Это суперчемпионы Всероссийской Олимпиады по ментальной арифметике Симутенкова Диана и Мартикляс Георгий. А также у нас в гостях их руководитель, предводитель, директор Центра ментальной арифметики Анна Гончаренко. Доброе утро. Доброе утро, друзья. Ну что, для начала давайте просветим немножко эту тему. Для тех, кто не знает или, может быть, забыли, что же такое ментальная арифметика? Ментальная арифметика – это тренажер для мозга детей. То есть они, считая таким образом, сначала считают на счетах, потом счеты представляют воображение, двигают косточки воображением и дают ответ быстрее, чем на калькуляторе может взрослый набрать этот пример. И развивается интеллект. Больше про интеллект, наверное, детей, про память, концентрацию внимания, чтобы они очень быстро реагировали на это. То есть это как бы для общего развития, да? Да. То есть получается, что где-то дети фантазируют, там, ментально себе рисуют образ этих счет, да. И каким-то образом еще там что-то передвигают, да? Да, мысленно. Правое полушарие головного мозга отвечает за воображение. Концентрация внимания мощно идет в этот момент. И левое полушарие головного мозга отвечает за подбор формул. То есть они логически мыслят. И вот эта одновременная работа двух полушарий, она и дает эффект, когда дети становятся чуть умнее, чуть память лучше и вообще успешными, наверное, людьми. То есть это помогает в учебе в целом, наверное? Конечно, да. Не только да, там, математике, память, допустим, да, да? Да? Хорошая память, она ведь везде нужна. Концентрация внимания, она везде нужна. Сесть на контрольную и внимательно написать контрольную, это всегда нужно по любому предмету. Это не больше про математику, это больше про интеллект. Я вот сейчас как раз хочу проверить, насколько у ребят хороша память. И вот они помнят, откуда они привезли кубки свои? Смотрю, красивые такие. От Сочи, да. А, вы были в Сочи? Да. И лучше всех посчитали? Ну, там были по категориям. Вы в какой категории? Я в С. Я в Б. Хорошо, ребят, смотрите, я вот вижу, у вас в руках карандаши, у меня ручка. Ну ладно, у меня понятно. Я пишу, редактор, вам для чего карандаши? Вы зачем вышли с карандашами? Мы будем считать. То есть карандаш помогает вам как-то в уме считать, складывать, отнимать, умножать, делить? Нет, карандаш, чтобы быстрее записывать ответы, посчитать, чтобы его не ложить, чтобы сразу записать. А, интересно, куда вы будете записывать? В уме можно записывать? Для этого же мы умы тренируем, правильно? Так, давайте тогда вот проверим, насколько вы молодцы. Смотрите, у нас для вас задание. Давайте немножко так разверните, чтобы вы видели. Георгий становится вот здесь, нет, не спиночкой. Так, здесь Золотка ты становишься, а Диана здесь. Друзья, вот со слова «приготовились» вам нужно будет правильно сложить или же отнять числа и дать правильный ответ. Ну что, готовы? Да. Поехали! 98. Правильно, есть. Так, дальше. Приготовились. 97. Хором даже. Да посмотрите, как это делается. Хорошо, еще. 96. А кто же сказал 98? Я не говорю. Нет, ты не говоришь. Так, приготовились. 10. Угу. Девчонки рулят. 14. Есть. Все это у нас. Все, закончили. Урок Все. Окончен, друзья. Молодцы. Тренировка Победила. Прошла успешно. Дружба, Диан, я тебя поздравляю. Вот эти два кубка забираешь себе. Посчитали хорошо. Ребята, ну, я даже не буду спрашивать, как это у вас получается так быстро. Какой у вас внутри калькулятор где-то там устроен. Ну все же, а скажите, вы какие-то зарядки делаете, как-то вот развиваете для того, чтобы быстро соображать? Ну вот я знаю, например, чтобы хорошо и левое, и правое полушарие работали, нужно одной рукой, например, рисовать квадрат, а другой круг. Делаете какие-то такие упражнения? Мы читаем стихотворение и, например, считаем. Да. Одновременно? Одновременно, да? Да. Как это, продемонстрируйте.
Как это можно? А, это вам тоже для этого что-то нужно? Точно так же дается задание. Нужно складывать числа, да, и прочитать. Нужно было нам об этом раньше сказать, чтобы мы как раз проверили пока стихотворение и посчитали бы. Ну, серьезно, вот научите нас какому-нибудь упражнению с руками. А есть же упражнение, да? Специальное, чтобы мы тоже как-то там развали. Есть? Покажите. Это больше как дополнительное упражнение, это асимметричная гимнастика, когда нужно синхронные действия делать руками. Ну, такое. Давай. Простой или посложнее вам какой? Простой, конечно же, как посложнее. На одной руке достаем указательный палец. Так. А на другой все пять. Да. А теперь синхронно и одновременно нужно поменять положение пальцев и одновременно. Так. Да. Быстро. Так. О, они быстрее. Смотрите. Выходит. Давайте. Указательный здесь нужно прятать. А прятать? Он только. Нет, здесь пять, а там один. 5-1. Так, а вот тут уже что-то заминочка вышла. Идущего не показывает. Так, а ну-ка, если есть такой, окей, а здесь Виктори. И тоже поменяли. А, сейчас, подождите. Так, окей и Виктори. Окей. Ага, вот так. Поменяли. Это может что-то... Ладно, хватит позориться, хватит, не будем. У нас полушария работают неравномерно, наверное, пока еще. Немножечко не были подготовлены. Ребята, вы продемонстрировали классно, что считаете, а вот теперь представьте, сейчас посмотрели на нас, какие мы молодцы и не можем пальцы сложить. Давайте вот посмотрим, как люди умеют... Ну, возможно, точно так же быстро считать, казалось бы, простые примеры. Давайте посмотрим, наши горожане, как они считают. Так, сначала идет умножение 12. А я сейчас, подождите, сейчас. 12 умножаем на 7, 70. 7 умножаем на 2, 14. 70 плюс 14 будет 84. Плюс 11 будет 95. 85. Так, сейчас скажем. 84 и 11, 95. Да, 70, 84, 95. 95. Ну вот, вы за это время 5 примеров уже смогли решить и с более серьезными. Еще и стихотворение рассказать. Да, ребята, молодцы. Съездили, вот скажите, больше всего, что вам запомнилось? А с кем познакомились, задружились? Дианочка. Ну, мы там не дружились, мы там были соперники строгие. Как бы, вот. Были впечатления, когда мы... Я вообще не знала, что я стану суперчемпионом. Я думала, все, там провалила. Ну, пришла удача. Угу. Так, и это все. Ты считаешь, что это уже потолок, больше двигаться некуда и ни на какие соревнования больше вы не поедете. Вы уже суперчемпионы? Нет, мы планируем поехать в Алмату сейчас, в Казахстан. Для этого нужна еще более серьезная подготовка? Да, надо тренироваться каждый день, как здесь, в Сочи. Скажите мне честно, по сколько часов, по сколько минут тренируетесь в день? Так. Сейчас, на самый момент, 30-15 минут. 30-15 минут? Всего лишь так мало? Всего лишь навсего. Ну, наверное, нужно добавить интенсивность немножечко. А уроки сколько делаете? А, какие? А вы уроки вообще не делаете? Вы в школу ходите? Конечно. Да, хорошо. То я думала, мало ли занимаетесь только ментальной арифметикой. А на уроки сколько у вас уходит? 10 минут? На уроки, ну, если решать математику, то минут 20. Отлично. Ну, справляетесь? А в целом успеваемость по остальным предметам какая? Ну, хорошая. Хорошая. Ладно, с суперчемпионами не поспоришь. Молодцы, ребята. Вам удачи и успехов на следующих соревнованиях. И чтобы кубков было у вас с каждым разом все больше и больше. Тренируемся в арифметике. Преуспеваем во всех предметах, наверное, также, да? Конечно. Естественно. Друзья, ну, желаем вам, конечно же, успеха, конечно же, побед. Спасибо. И терпения. Спасибо. И вам в том числе. Спасибо тоже. Большое. Спасибо вам, друзья. А сейчас у нас рубрика «Хронограф по плану», после которой мы вернемся.